Да, да, я убрал солнце. Я, это я, это я. Это не она сама. Я убрал. Ну ничего, оно все равно присутствует. Ну просто. Оп, прямое в бат, а в борт. Ну, не знаю. Результат данного попадания. Ну, наши пацаны, вместо того, чтобы светить, вот эти вот, они стрелять начинают, понимаешь? Это все случайно. Бат, кстати, пробитый поехал. Возможно, даже и пробил его. Он шотный там поехал. Пока ты будешь разворачиваться, я тебе нахлобучу разок. Все четко читаю. Да, солнце, это я убрал, но оно есть. Ну как? Просто вот так. Общее, типа, сделал. Поддержка фаворит. Поддержи. Поддержка, поддержи, короче. Короче, общее, типа. То много полосок. Сильно. Наверное, я так думаю. Так, ну что, блайндом лупанем по этому. По пацану. Бам. Недолет. Значит, он точно там стоит. Значит, он точно там стоит. Стопроцентно. У нас почему-то светит этот Центурион вместо надлежащей Мантикоре, да? Фига себе, арта была сведена сюда. Неожиданно, скажем прямо. Да посмотри еще. Ну постой, повыцеливай. Что ты как маленький? Ну-ну-ну-ну. А я попаду? Не, я могу крышу дома убить. Это нормально. Бачат 10 уровня, арта как? На любителя. В моем рейтинге она на последнем месте среди арт 10. Ну вот так. На любителя, не знаю. Не нравится мне ее слабый барабан, но бывает на ней хорошие бои выдаются. Ой, хорошо, с гусеницей дал, видал? Ремочку снял с него. Вообще прям жирненько. Ну-ка. Кто там не желает, никто больше высунуться. Крайник от башки решил поиграть, видите? Бат перезарядился. Крайник такой, вроде и башка есть, но как-то стрёмно играет, да? А ну так. Ах, чуть-чуть не долетела, лень. Чуть-чуть. Не перелетела за бугорок. Завтра на лесте взвод будет. Жан, не знаю. Вот в планах есть на лесте. Если все будет хорошо, завтра будем 212-го рубить. По полной. Ну, если все будет хорошо, я же говорю. А ну вот так вот. Да чтоб тебя! Ну почему? А? Ну что такое? Ну посмотри, куда я стреляю, куда падает снаряд. Ну что с тобой не так? Я его четко под разворот поймал. Блин, ну что с тобой игра, ну? Как же ты нерфить умеешь скрыто? Я просто офигеваю с этого. Олег проснулся, говорит, я уснул. Но этого должны убивать. Тут 90-ик здесь оказался, видите. Да, бабаха. Бабаха тут все порешала, видите. Этот там теперь танкует. Джексон, здорово, дядька. Здорово, давно тебя не видел. У деда, а кто выпил всю брагу? Дед домовой, голос из печки. Не бреши. Ну да. Нефиг, да? И опять недолет. Да что с тобой, игра? Ну что тебе нужно? Я не понимаю, что тебе нужно. Это ужас просто какой-то, а? Это мне за пробитие бачата, типа? Ну и то еще не знаю, пробил я его или нет. В инвиз полетело. Наконец-то! И то это в пушку, по-моему, попал куда-то. Ух. Напряжное какое-то. Можно и выпить. Стоп, стоп, стоп. Тут какая-то цель интересная. Только сводиться нам еще надо.
Не стреляй бы от нее, правильно. Прямое дал. В бабаху. Прямое дал, но я не знаю. Это только когда засветится, тогда мы будем понимать, да? У нее 1000 была. Фай, представь, если бы на арте были птуры с автонаводкой. Кто это птуры? Не. Вот так, на гусеницу поставил. И, наверное, вторая гусеница, мне так кажется. Так, стервочку тут надо бы посмотреть. Что там бабаха, интересно, пробил я ее все-таки или нет? И бата тоже интересно, пробил или нет? Давай попробуем подгрузить прицел. Сейчас упадет в землю, спорим? Не, надо же, попало. Надо же. Поменял 113 на напад-то на 48-го. Но это даже лучше. Джексон, это даже лучше. Не знаю, дядь, она светиться перестала, эта бабаха. Видишь, я не пойму, попал, не попал я в нее. Но это в башню попал ему. Понятное дело, урон маленький, там приведенки 400 почти. Я уже го во взвод, я буду отрабатывать твои вчерашние уроки. Так, а ну, что там удыса этого? Никто добомбить не может. О, еще леопард здесь, лянь. Задом катается, видали? Леопарда задом. Уже не увидите. А я с расчетом на откат, видишь? Ну ладно. Сегодня пить нельзя, религия не позволяет и здоровье. Дело такое. Так, у нас снарядов-то уже мало, ребят. А танки еще присутствуют. Но от этого никто не может, видите. Толпа такая стоит, а его никто пробить не может. И даже загуслить никто не может, видишь. А, вот так вот кину. А, он вперед, да? Не, я попал, хорош. Он мансовал слишком предсказуемо. Давай, заходи, он Жанна сегодня в твоем этом греется, так сказать. На согревательных смесях. Видите, не могут они с ним ничего сделать. Ну вот и я туда хочу кинуть. Там он так задом сдавал красиво. Я не знаю, ну смысл мне в мансующую СТ-шку кидать, да? Через всю карту. В которой нет возможности толком нормально попасть. И все, и снарядов нету, понимаешь? Вот я теперь буду жаться. Жаться, экономить. Кто-нибудь настраивал папку Config Engine в игре? Нет, дядь. Я точно нет. О, прибыл. А ну. Тихо-тихо. Ну давайте дадим ему возможность встать, да? Сюда. Вот. Или он не хочет? А я? А, понятное дело, ребят. Бат вот этот шотный уже пол игры катается, 20 хпшек. Она мне дала, видишь, пробить, к сожалению. Снарядов нет, ребята. 3 снарядика осталось. Я же говорю, теперь жаться начинаешь, понимаешь? Потому что игра у нас такая. Блин, я не вовремя нажал на ББшку. Я не вовремя на ББшку нажал. Вот как его теперь выцелить? Он тут не вылазит вообще никак, лянь. Хитро стал настолько. Все, и теперь жаться надо. Вот я бы уже их отстрелял, понимаешь? А так теперь стоишь, ждешь. Тебя б хлопнуть бы, да? А ну попробуем. 483, ну пробитие дали. Пойдет. Надо, наверное, куда-то, я не знаю куда. Ну у меня 2 снаряда осталось, все, а что я могу здесь? Я уже здесь ничего не могу. Это я перекатываюсь, чтобы в стерву легче кидать было. 268, наконец-то поехал. Мы ведем очень капитально, ребят, чтобы вы понимали. Ну просто вот очень капитально. Тьфу, бух ему.
А где подстраховка? Да, он едет где-то там. ФВшка убила. ФВшка здесь на полке стоит. И арта тут еще, глянь. Смотри, что делается. Сейчас арту бахнет. Ну да. Не хочу. А эту СТшку никто не додумался проехать и убить. Сейчас, кстати, посмотрим. Бабаха должна засветиться. Да, я ее пробил. У нее 80 осталось. Вот я не буду в нее стрелять. А знаете почему? Потому что гладиолус. Потому что у меня нету снарядов. Как коптильня? Вообще огонь, короче. Я вот сколько блюд уже делал. Я выкладывал это все и в этом, ну и на Ютубе, и в группе. Джексон, подписывайся в группу. Группа в телеге. Ну сдай назад ты, что ты там. Блин, я не туда переехал, короче, вы поняли? Прикол, да? Он теперь выгребает. Ну я же говорю, не туда переехал. Ладно, давай сюда смотреть. А вдруг? И все его объезжают теперь, видишь? А засветить? Судьба не... Не выживешь. Ну, два пробития, получается, скорее всего, два пробития в инвиз, ребята, скорее всего. Коптильня, Джексон, вообще жесть. Просто вот отрабатывает свое все. Да, 4600 урона, ребята. Итак, смотрим, в бабаху. Пробитие на 985. Понятно, да? Вот. А в бата у нас пробитие на 989 было. Два пробития. А, три пробития будет. Я ж крана еще ББшкой пробил. Все верно.